Как и положено, герои России встречали сегодня торжественно. Школьники давно уже мечтали увидеть первого командира спецподразделения «Альфа». Виталий Бубенин живет в Сочи. Учителя понимают и отечественные фильмы, и книги, и реальные беседы с героями, которые живут по соседству. Все это непременно останется в памяти девчонок и мальчишек. Воспитание патриотизма всегда начинается с изучения истории России, в том числе современной. Сочинским детям в этом отношении повезло немного больше. Город приграничный. У нас очень большая работа проводится, и не зря нашим социальным партнером является общество ветеранов погранвойск. Много совместных мероприятий. Например, недавно мы открывали музей, который у нас находится по соседству с школой, музей Великой Отечественной войны, истории Великой Отечественной войны. Приезжают пограничники, которые уже офицеры в отставке, проводят уроки мужества. Мы выезжаем в части пограничные, где дети могут воочию посмотреть на тех людей, которые несут службу и отдают долг родине.